против любого строительства в парке Малиновка. А почему вы против застройки? Нам нужна зеленая зона, чтобы гулять с ребенком. Это единственное место, где можно выйти погулять нормально, без автомобилей. Нам нужно больше площадок для детей. Лучше бы расширили парк. Одной церкви вполне достаточно. Господин Милонов может построить храм и собор у себя на участке. Пожалуйста, пускай строит. Мы здесь, мы хотим гулять с детьми. Пускай он приезжает сюда, смотрит на этих лохматых собачек. Вон сколько здесь так называемых собачек гуляет. Пускай он скажет вот мамашам с детьми, что они гуляют не с детьми, а, как он выразился, с лохматыми собачками.